Ладно, здорово, ребят, давайте продолжим проходить квест Маджимы, связанный с кабаре-клубом. Ну и давайте посмотрим, что у нас там дальше. Так. На чем мы там остановились? Так, особый урок сейчас недоступен. Ага. Так. Ага. Мы в прошлый раз собрались заключить партнерство с бизнесами, но по пути мы наткнулись на квест, попали в культ, и да, у нас было очень много всякого разного. Попытаемся сегодня пойти по-быстрому сделать дело и гулять смело. Надеюсь, нас ничего такого внезапного не остановит. Ну, зато видосик открыли с ней. С тянкой из креста, хоть что-то хорошее. Мужик в черном достал ножик, Маджима в ответ достал биту. Ну. Слушайте, это. Да, телефон. Это квест с телефоном. Сакура, мана. Не-не-не-не-не, только не этот чувак. Так, тут только яки можно взять. Так, бизнес, с которым мы можем заключить партнерство, вот как раз здесь должно быть. Просто кинула со свиданием. Возможно, это она. Я тоже вот подумал, что может быть все-таки с ней что-то и есть. Надо просто потратить еще. Жрать нам как-то не надо сейчас. Это Лоля попросила нам выиграть ей медведя, белку.
Повеселитесь. Спасибо. いらっしゃいませ。Я забыл, какую она игрушку хотела точно. Так, окей. Ага, синяя. Сейчас скажу чуваку поменять призы. Вот он. Ну чё, попробуем? Не падай. Да, это она. Другой вряд ли может быть. Да, быстро как-то получилось. Что? Ты все еще смотришь на эту белку? А, да, да. У меня есть одна как раз синяя каштановая кукла белки. Может быть, мне стоит отдать ее сейчас? Да. Лайка босс. Слушай, смотри. Вот. Голубая каштановая белка. Воу, это... Голубая каштановая белка. Позаботься о нем. Белки это не мое. Правда? Не могу поверить. Все так будут ревновать, когда я покажу им ее завтра в школе. Ревновать. Завидовать. Завидовать из-за этой маленькой штуковины. Да. Другие дети всегда говорят о своих папах, покупающие им куклы, и они показывают их друг другу. Я остаюсь в стороне, когда это происходит, но теперь мне есть о чем поговорить. Ну, я рад за тебя, малявка. Но я не твой папочка. Ну, я не знаю, но разве папы не покупают вещи детям? Я думаю, что это зависит, но это дело отца. Я так и знала. Так что, если бы у меня был папа, он был бы похож на вас, верно? Как ты это поняла? Потому что вы дали мне две куклы. Я не, но... Вот видите? И вы выглядите достаточно взрослым для того, чтобы быть папой. Так что вы для меня как папа, как папочка. Сколько лет вообще этому ребенку? Хотела бы я, чтобы вы были моим настоящим папочкой, сэр. Воу-воу-воу-воу. Ну, ты же знаешь, что этого не случится, верно? Ну, могу я просто называть вас папочка тогда? Чё? Вы не хотите, чтобы я... Мой выбор, сэр или папочка? Мне не нравится ни то, ни другое. Но что будет лучше все-таки?
Ой, я могу выбор все-таки сделать. Привет, Фумпрессе. Позвольте использовать папа, папочка. Ой, да ладно. Зови меня, как пожелаешь. Мне все равно. Правда? Е-е-е. Я люблю папочку, он лучший. У меня такие смешанные чувства, дитя. Тебе лучше вернуться к маме. Окей, пока, пап. Да, будь осторожен по пути домой. Ага. Ну, мы еще не закончили с ней квест. Так можно видеть по полоске дружбы. Ну чё, Баджи вообще красава, нашел себе личную волю. Будет воспитывать, как хочет. Правда, да, правда, жизнь ему не позволит, чтобы все было так хорошо, как он хотел бы. К сожалению, но может быть другой вселенной. Так. Ой, я не хотел сюда зайти. Фейху. О, господи. У нас опять яйца закончились. Ты должен был пойти по магазин. А, прости. Покупатели оружия остановили меня, чтобы пожаловаться. И думаю, я отвлекся. А, вы, ребят, что-то заняты, я вижу. Хотите, чтобы вернулся позже? О, Маджима-сан. А как ты? Мне жаль, что вам пришлось стать свидетелем этого. Здравствуйте, Маджима-сан. В любом случае. Вернемся к яйцам, Фейху. Лучшие цены на рынке рядом с городом. Окей. Ты безжалостно. Ладно, я скоро вернусь с ним. А, и пока ты там, ты можешь поискать оборудование, экипировку для Маджимы-сан тоже? Что? Но я никогда не работал агентом. Ты хочешь, чтобы Фейху что сделал? Ну, мы рассказывали тебе об агентах. Ну, как типа охотники с сокровищем, которые ищут всякие разные части экипировок. Ну, Фейху найдет хорошую вещичку для Маджима-сан. Заработает много денег. Китайцы. Это работа действительно такие хорошие вложения? Что вы именно имеете в виду? Ну, это то, что мы делаем, Маджима-сан. О, твою мать, да вы серьезно? Тут под... Еще одна мини-игра. Мини-игра. Мини-большая игра. Да ну нафиг. Вы издеваетесь? Сколько они вас засунули в эту игру? Офигеть. Хорошо, да уж. Хорошо, запрос на поиск сделан. В следующий раз выбирайте агента и пункт назначения для поисков. И не забывайте, что вы можете немного доплатить. Дополнительные средства мотивируют агентов, чтобы получить лучшие вещи, а также вернуться скорее. Небольшой совет. Не совет. Ну, короче, это может заставить работать усерднее, да? Ну, есть смысл. Хорошо. Удачи, Фейху. Спасибо, я постараюсь. Свяжусь с тобой по пейджеру, когда вернусь. Чтобы ты смог забрать то, что я нашел. Лонхуа, удостоверься в том, что закроешь дверь, когда я выйду.
Я собираюсь прямо сейчас уходить. Да, точно, блин, я и забыл про это. Так. Это мой пейджер. Хорошо, но сейчас мне не до этого. Так, Маджима вообще лучше. Кирио, бифренд, коп, а Маджима, лоли. Ну, она опять тут уже? Эта маленькая девочка стоит тут одна. На что же она положила глаз в этот раз? И какая же сейчас, а? Папа, ты напугал меня. Ты действительно, тебе действительно нравятся эти куклы, не так ли? Это розовый банчан. Выглядит очень красиво. Красиво или нет? Разве тебе не говорил, насколько опасно в этой области? Ты же не ищешь неприятностей, не так ли? Нет, мне очень жаль. Вот опять. Розовый банчан. Понятно. Ну, посмотрим, если смогу достать. Да. Ну, с другой стороны, мы сейчас разберемся. Так, бантян, ну тян, окей, бан, булочка, плюшка. Вон там капа есть. И какая из них? Кого детей сиди? Я покажу, кое-что посмотрю. О! Хе-хе-хе, тут еще собирать и собирать. А, вот эта страница неплохо так. Йоритян. Пусть карты будут с вами. Ой. Это плюшевая Sega Mega Drive? Серьезно? Забавно. Вы думали, что так легко, да? Ой, блин. Блин, кто придумал эту срань? А, знаю кто, Sega. Ну что, у меня получится вот эту вытащить.
Ну ж, давай, зацепи ее как следует. Хотя да, стоп, оно уж не розовое. Фу-ты. Так что да. Хотя может та другая куб. Может быть вот эта белка называется так. Бунтян. Потому что да, я забыл про розовое. Ты твою ж ты! Белку. Фу. Нет, это вообще красная. Хотя вот точно, бунтян, может, та птичка. Как раз. Может быть, сейчас попробую. Вариантов не так уж и много. Давай, с первого раза. Ага, конечно. Послезавтра. С первого раза. Угу. Опа, давай. Не колбасься, а то что пойдет еще. Фу, офигеть. Ба, да, это она. Все. Да. Эти автоматы, то еще. То еще зло. Да, хочу. Есть одна, она держи. Так, вот, держи. Бодрая маленькая бунтян. Воу. Настоящая розовая бунтян. Большое спасибо. Скажи, почему ты так любишь куклы эти? Просто я совсем одна, когда я дома. А с моими белками вокруг кажется, как будто у меня есть друзья. Вот почему куклы это лучше. Да, это прекрасно. И теперь Бунтян присоединится к семье. Спасибо за все, папа. Папочка. Я буду заботиться о нем очень хорошо. Да. А теперь давай, возвращайся к своей маме. Да, пока. Может, теперь чаепитие будет в полном составе? Больше нет никаких причин для того, чтобы она тусила здесь, я надеюсь.
есть. Нет, это еще не все. Продай колоду карт Виксос. Ага. Я не хочу угробить ее жизнь. Я не настолько злой. Фу, Викрос, сорян. Не вели казнить, вели помиловать. Ресторанчик. Сколько вас? Как жестоко с твоей стороны. Эти карточки, ай, не говори. Ой, неплохие бонтаны, эти штаны. А? Охренеть! Я возьму эти бонтаны. Ты говоришь со мной? Может, тебе нужны очки? Потому что мои штаны это не бонтаны. Они называются штаны смокинга. Ребят. Хватит говорить так, как будто мне это волнует. Просто давай снимай штаны. Просто я покажу вам только одно. Посмотрите на это лицо. И посмотрите на это лицо. Да, это одно и то же. Это главный злодей второй части. А, так значит, ты охотник на штанов Бонтан, да? О котором я слышал. Так, у тебя школьный рюкзак и все такое. Не хочешь рассказать мне, что тут происходит? Слайер. Не хочешь их снимать? Тогда я помогу. Хе-хе, будет весело. Ну, короче, это лучше. Начался охота на штанов, да, это да. Ну, не совсем это разумный тип. Ты сделал свой выбор. Я сейчас повеселюсь с тем, как буду снимать их с тебя. Проспойлерил злодея второй части. Да, особенно учитывая, что на обложке. Yeah!
Ух ты ж, блин! Насчет немного биты. Какого черта я проиграл одноглазому болвану? Должен признать, а ты неплох. Но что это вообще все значит? О, господи, это Рюджи-кун. И он пал? Да, теперь назвали его имя. Воу. Ты прав. А? Нам очень жаль. Пожалуйста, оставьте его в покое. Пожалуйста, пожалуйста. Отпустите его. Рюджи-кун делал это для нас. Ох. Да ради бога. Что еще теперь? А не хотела наглости заснуть после всего этого. Но ты хочешь сказать, что вот скотина такого размера все еще учится в начальной школе? Hi. Да, Рюджи-кун наш одноклассник. Он всегда был таким, верно? Да. А школьный рюкзак никогда на нем не смотрелся как надо. Да, Рюджи, ну да, его Рюджи же зовут. Года Рюджи. То есть вы хотите сказать, что шестиклассник, который прям какой-то Халк, что крадет бунтаны чуваков из старшей школы, так, стоп, что-то я не то. Ну да. То есть вы хотите сказать, что да, шестиклассник разрывает, снимает штаны с старшеклассников ублюдков, который два раза старше его по возрасту. Этому парню должно быть вдвойне жалко, когда ему придется все объяснить. Но вы сказали, что он охотился на бунтана ради вас, ребят. Не против объяснить, в чем дело-то, что все значит. Но Рюджи, наверное, мстит за нас. Один из нарушителей спокойства. Да, короче, один из сволочей из Соутен, средний и старший. Они действительно те еще мрази. Они избивают детей нашего возраста, отбирают их деньги, угрожают нам, что мы, чтобы мы не сказали взрослым. Мы ненавидим их. Так ты вы хотите сказать, что Рюджи взял на себя обязанности сражаться
ради вас с ними? Да. Но мы не заслужим то, что Рюджи-кун сделал для нас. Ну че так? Потому что мы избегали Рюджи долгое время. Но даже тогда он все равно сделал это все для нас. Так, успокойтесь. Что вас заставило вас избегать его? Ну, в смысле... Ну, это, короче, парень не похож на всех, но тем не менее. Ну, это отец Рюджи-куна. Он якудза. Якудза, хорошо. Когда мы были маленькими, мы все играли вместе. Но когда наши родители узнали, что Рюджи, отец Рюджи-куна... кто такой на самом деле отец Рюджи-куна? Они не сказали, чтобы мы больше не играли с ним. Вот теперь Рюджи-кун сам по себе в школе. Даже учителя все осторожны и вежливы рядом с ним. Как будто они все напуганы. Значит, он сын якудзы. Здесь должно быть довольно много таких. Чё такое важное дело-то? Потому что отец Рюджи-куна не совсем обычный якудза. Он какая-то большая шишка в Альянс Йоми. Вот почему все боятся его. Ага. Я думаю, я могу себе уже представить всю картину. После все, что мы сделали, чтобы игнорировать Рюджи-куна, он все равно решил сравнить наши счеты. Мы не заслужим того, что он сделал для нас. Мы просто отстой. Эй! Вы что там бормочете, ребят? Рюджи-кун? А, Рюджи-кун, ты проснулся. Так. Я не делаю это для вас. Че? Да мне просто тошнит от этих ублюдков из Северной и Соутен. Когда они ходят, блин, тут как будто у себя дома. Ты лжешь, Рюджи-кун. Я видел, как ты разозлился, когда услышал, что эти придурки набрасываются на некоторых девчонок из нашего класса. Заткнись! Я же сказал, что это не причина. Рюджи-кун, мне очень жаль. Нам очень жаль. Мы больше не будем тебя игнорировать. Пожалуйста, ты можешь нас простить за то, как мы с тобой обращались? Я же сказал, что это не имеет никакого отношения. Я серьезно не могу вынести этих кисочек из Северной Соутен. Они все добрались до старшей школы. Ну, они до старшей, да. До средней. Старшей. До старшей школы, но ни один из них не может сражаться. Куча неудачников. За исключением одноглазого чувака. Ты избил меня, как будто я какой-то молокосос. Ой. Что ты имеешь в виду? Помимо того, что ты такой бульдозер, ты просто сопляк. Да, но ты чувак, ты такой же жесткий, как и мой старик. Ты уверен, что ты все еще в старшей школе? Ты все еще говоришь об этом? Я же тебе сказал, что это не Бонтана. Да мне насрать на это. Я решил, что я стану более известным человеком, более важным человеком, чем мой отец. Более значимым человеком, чем мой отец. Вот. Я ни за что не приму проигрыш от какого-то незнакомца с улиц. Звучит как личная проблема. Я твое лицо не забуду, бро. И в следующий раз, когда я тебя увижу... Я возьму твои бонтаны. В жопу все остальные другие бонтаны.
Я не успокоюсь, пока не сорву эти штаны с твоей задницы. А? Эй, не ори такую безумную срань. Ладно, насрать. А, у меня нет времени для детских игр. Я валю. Вы, ребят, все поняли. Да. Мы удостоверимся в том, чтобы Рюджи-кун с ним все было хорошо. О, стоп, подождите. А, это пара бонтанов, что у Рюджи. Что будем с ними делать? Да кому какая разница? Бросьте их. А, чувак, который носил его, был за оселом. Господин, вы не могли бы вернуть эти штаны тому, кому они принадлежат? Если мы это сделаем, может быть... Если мы это сделаем, то он может нас побить. Ладно, ладно. Я это сделаю, если я пройду мимо него. Вы это сделаете? Спасибо. Да. Интересным образцом оказался этот пацан. Ну ладно. Думаю, мне стоит помочь другим его приятелям. Я верну обратно эти... брюки тому чуваку без трусов. Без трусов. Без штанов. В одних трусах. Да, интересная встреча. Я не ожидал его вот тут увидеть. Называется, я вышел на улицу заключить партнерство. Все шлюпки знают Маджиму по имени, но неудивительно, учитывая, какой он известный. Потому что того же Кирю, когда он ходит по улице, его зовут Эй Ты. Или Эй Господин, а не по имени. Ну не, бля, ай, будет еще видосик, когда прокатим. Ладно. Особую тренировку пройдем полностью. И с Хибики тоже. Так. Сдохните вы уже! Ублюдок. Карточки Сай.
Ну, у меня только, да, одна карточка с ней. Вот она. А вот из Хибики. Блин, ну она ничего так. Как я. Да, надо пройти из сюжетки и открыть две досики. А, тут еще одна Ай, но это не наша. Рири. Стоп. Это случаем не та самая Рири, которой я думаю. Так, ладно. Сейчас вернусь и продолжу. Или нет. Поздравляем, Аджима-сан. У нас теперь больше 1500 фанатов в области клуба Венус. А какой из них клуб Венус? Это клуб, которым владельцем является Канехара. Это тот красавчик, который был хостесом раньше. Я слышал, он использует свою внешность, чтобы заставить своих девчонок делать все, что он хочет. Нет, ты? Что? И девчонки действительно влюбляются в это старое дерьмо? Кто знает. Девушкам нравятся хорошо выглядящие парни. Кроме того, Канехара, по-видимому, находится в отношении с Чика-чан, девушкой номер один в клубе Венус. Это ненадолго. Давай, Макс, спокойно. Я помню, что тот парень был тот еще придурком. Но он действительно был таким красивым. Я не могу вспомнить его сраное лицо. Может быть, нам стоит пойти в клуб Венус и посмотреть самим? Опа, Йонда-сан. А где вы храните данные о клиентах и финансовую информацию клуба? А, понятно. Я уж подумал. Она на полке в подсобке. Хорошо. Это следующее в моем списке, что нужно организовать, поставить на место. А она еще кто такая? Когда мы наняли такую хостес? А, это Оиши-сан. Я нанял ее для административной работы. Она пришла со своим резюме на днях. Она действительно очень хороша в этом. И она очень полезна. Очень сильно помогает. Короче, понятно, что с ней. Хм. Значит, мы добавили еще вспомогательные персоналы. Похоже, мы действительно растем. Абсолютно. Давайте работать над победой, над клубом Венус. Или Венера на русском. Но я буду звать Венус. Мне так привычнее. Когда вы будете готовы проверить их, просто скажите. Так, ладно, сейчас вернусь и пойдем дальше. Перерывчик.